Ремонт позвоночника, часть 2. Как убрать стулость бейсбольной битой. Бить мы битой никого не будем. В этом видео биту будем использовать в качестве валика. Для выполнения этого упражнения нам понадобится коврик. Вот такой вот коврик. И голая спина. Потому что спина в футболке будет вобить и скользить. И упражнение у нас не получится. Как оно делается, показываю. Еще перед выполнением этого упражнения необходимо размять позвоночник. Для этого можно использовать упражнения, которые я давал в первой части ремонта позвоночника. Значит, ложимся на коврик, ложимся спиной. Дальше берем биту и кладем под позвоночник, примерно где-то под лопатки, где-то вот здесь, там, где начинается горб и там, где он заканчивается, кладем вот эту часть биты, так, чтобы она была перпендикулярна, то есть 90 градусов по отношению к позвоночнику. Поднимаем спину и устанавливаем биту. Установили биту, дальше опустили задницу, зафиксировали биту, дальше приподняли задницу и вот так вот прокатываемся. Делаем такие вот прокатывания. Нужно выполнить 10-15 прокатываний таких. 10-15 прокатываний от начала до конца горба. 10-15 таких прокатываний нужно сделать. Это один подход. Дальше можно отдохнуть в таком положении примерно. Секунд 20-30 или минуту. И продолжить. Подходов у вас должно быть 4-5. Выполнять нужно не спеша. Не спеша, никто не спешит. Никто вас не гонит. Что еще? У вас не должно возникать болевых ощущений, либо сильного же дискомфорта у вас тоже не должно возникать. Еще очень важный момент. Нужно устанавливать биту именно так, как я говорил. Потому как если вы просто положите биту, положили вы на коврик биту и ложитесь на нее вот так вот. Ложитесь на нее вот так вот, и получается спина согнута, позвоночник выходит поверх спины. И вы всем своим телом, нагружая какой-то один позвонок, опираетесь на биту. Таким образом можете заработать себе смещение. И потом у вас в итоге будут проблемы. А чтобы этих проблем не было, нужно делать так, как я говорю. Еще раз показываю. Ложимся, поднимаем задницу, устанавливаем биту под лопатками и делаем вот такие вот прокатывания. От начала горба до конца. Если бита у вас съехала куда-то в сторону, остановитесь. Или коврик, если сморщился, остановитесь. Исправьте ситуацию и продолжайте. Спешить не надо, плавно, не спеша прокатывайтесь, то есть по своим ощущениям. 10-15 таких прокатываний – это один подход. И еще, вставать также нельзя вот так вот, потому как можете заработать смещение. Биту нужно вытащить, и после этого можно уже встать. Если вы будете делать эти упражнения 5 подходов по 10-15-20 повторений в каждом подходе утром и вечером, то через 2 недели от вашей сутулости, может быть, вообще ничего не останется. Но если у вас горб какой-то слишком большой, может быть, времени займет это немного больше. Но через 2 недели сдвиги будут просто колоссальные. Я думаю, вы их даже заметите после первой тренировки. Просто встаньте перед зеркалом и посмотрите. Конец связи.